ведомстве заявили, что Абу Бакр аль-Багдади погиб еще в мае. В сообщении говорится, что информация требует подтверждения, и сейчас она проверяется. В Минобороны рассказали, что российская авиация нанесла удар по командному пункту террористов, где якобы проходило совещание с участием лидера запрещенной в России группировки. Это уже не первое сообщение о гибели аль-Багдади, но подобные слухи всегда опровергались. Однако вот такие заявления ранее никогда не делало официальное военное ведомство. В Сирийском центре наблюдения за правами человека уже заявили, что, по их данным, аль-Багдади в конце мая был в другой части страны. Премьер-министром Сербии впервые станет женщина. Президент назначил на эту должность Анну Брнабич. Ей 41 год, и она открытая лесбиянка. Среди задач нового премьера – укрепление позиции страны на международной арене. Ее назначение уже раскритиковали пророссийские националисты. С прошлого года Брнабич занимала пост министра по местному самоуправлению, и тогда она подчеркнула, что ее ориентация не имеет отношения к работе. Надеюсь, через 3-4 дня вся эта шумиха уляжется, и тогда я буду известна не как министр гей, а как министр по местному самоуправлению.